Ребят, я хочу подарить вам нож. Чтобы его забрать, переходи в Telegram по первой ссылке в комментах, подписывайся и нажимай «Забрать нож». И обязательно смотри этот видос до конца. Пацаны и девочки, если тоже смотрите, всем привет, всем здорово. Короче, ребят, перед эмкой я хочу вам ставить момент, как я подарил своему подписчику 3000 голды. Ну там даже больше, там 3400 где-то. Он просто смотрел мою демку до конца и услышал, что у меня в Телеграме идет розыгрыш. И просто перешел в Телеграм, подписался и забрал свой нож. Поэтому вот, смотрите момент, как я ему отдал этот нож. Алло, 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 алло. Алло. Алло, слышно меня, да? Да, слышно. Во, все, имба, брат. Что, привет, поздравляю тебя, так сказать. Короче, ты, получается, выиграл керамбит, не было, да? Да. Он стоил до выхода, вот вчера у нас вышел пас, и до выхода паса он стоил 2700 голды. Сейчас он стоит вроде, сейчас он 2400 стоит, по запросу 2200. Я тебе, короче, за него дам, за прошлую цену 2700 тебе за него дам, с моей комиссией. Ок. Понял? Все. Да. Понял. Ты рад? Как тебе вообще? Да, это, я это... всегда хотел ножик. Выставляю его за 3421. Не, 3421 и все. Копеек 0 а, должно 34. Быть. Да. Аватарка там бомба, да? Тип да, ставит бомбу. Типа. 3421. Да. Все, есть. Пришел? Чего? Чего? Есть, все. Юмба. Да, спасибо. Ты самый лучший. Ну и вот как-то так, ребят. Поэтому нужно обязательно смотреть эту демку до конца и потом подписываться на Телеграм, на который ссылка в комментариях. И теперь слушайте. Я же вас прошу не чтобы вы просто так, типа, подписались и все, а заради того, чтобы я мог просто каждому своему подписчику дать такие эмоции. Я хочу каждому своему подписчику подарить по ножу, подарить голды, ну просто вот правда. И у меня в Телеграме каждый день розыгрыши на эти ножи, на эту голду. Поэтому, ребят, не упускайте свой шанс. Все, я надеюсь, вы поняли. Чем больше вас перейдет в мой Телеграм, тем больше будет голды для вас и ножей. Поэтому все, ребят, приступаем к демочке. Смотрим ее до конца обязательно. И потом в Телеграм переходим. Ссылка в комментах. Все, приятного просмотра вам. И гоу сразу P350 купим. Вот так, чикс. Сейчас постараемся сразу в антапике поставить и купим авик. Ну, если двоих заберу, то хватит на авик. За меня вообще какой-то прокачка от Веля. Что это за... Ну, это скамер 100%. Мальчик, пикай. Оу! Есть первый. Второго не слышно. Так... Вася, алло, успокойся. С тобой все нормально, алло? О, нет! Алло, отстань от меня, ты чё? Вообще берега попутала, валет. Нет! Все, просто ставим. Слышь, дрыщара, проснись. Не мешай, алло. Так, секунду. Оу, есть! Чё это за прокачка от Вели? Почему он бегает так странно? Как ненормальный просто. Все, авик сюда. Братан, что? Чё? Давайте, ку. Я Вели настоящий. Какой настоящий? Ты вообще петушара, галимый схамер просто. Оу! Мальчик. Нет! Как? Ну что это? Он за стеной забрал, вы видели? Он за ящик прошел уже и забрал. Ну что это? Как? Почему такая фигня в игре постоянно? Боже, что он делает? Я просто в афиге. Давайте, наверное, ну я эко-раунд хочу. Сейчас нужно максимально аккуратно сыграть. Нужно накопить на авик. И с авика просто уже лещей раздавать им. А то они что-то тоже в себя поверили. Колено, авик. Давайте. На! Есть! Все. Я так и знал, что он не будет ожидать. Малыш, ты чего? На, есть! О, как я его словил красиво, сюда просто. И, кстати, не пришлось авик покупать, я его забрал просто. Ребят, давайте до конца лета, то есть до сентября, сделаем на моем канале 150 тысяч. Это будет просто имба. Вот реально, пожалуйста, давайте сделаем это. Так. Оу, нет! Давайте отойдем. Есть, все! Я просто заряжен их разносить сейчас. Ау, то что? Хочешь нож? Нет, мне нужен нож. Все, вот так, все, отвали от меня, ты чё? А! Нет. Вы чего, пацаны? Шпаньк! Трой пушит! А, есть! Фу! Просто скамер учись, как надо играть. Они людей скамят. Ты просто петушара. Вообще, ну, дай электропочта мне. Слышь, гребень, я тебе максимум в рот могу. Ладно, все, проехали. На мапе колено. Фу! Есть! Все, вылетаем на сайт. Давайте. На! Ладно, там нету никого. Попсик, выходи. Бежит. На, есть, просто сюда. Давайте ему просто на лоб припаркуем свои хаешки. Как с читами играть? Какими читами, вы чё? Чё он пишет, слышь, петушара еще? Вообще офигел, почему игра не банит таких? Мальчики. На, есть. Не мешай, алё. Не мешай, ты чё делаешь? Ну, что это? Ты чего? Иди давай, не стой. Он тут. Есть, все.
Это смена сторон уже? Не мешай! Ну это неадекватно вообще. Ну ладно, смена сторон у нас. У него 0 кило вообще. Ну у него еще аватарка из кружка того легендарного. Отстань! Ты вообще не... Ладно, все, давайте просто доиграем уже. Я уже просто в офиге с этой катки. Помогите. Нет! Есть! Все! Второй. Пупсик. А! Нет! Нет! Давай! Есть! Все! Я еле попал, что это за бред? Вы видели, как я первого типа зажал? Я просто как бот зажал его. Ладно, ничего, зато раунд забрали. Ну, и забираем свой авик. Смотрите, что он пишет. За что? За что? Я на него даже ни слова не сказал. Ну, не писал, точнее, ни слова на него не писал. Они идут. Ой, на! Есть! Боже, я случайно... Помогите! Нет. Нет, на! Нет, как? Я ему в ногу попал. Все, осторожно. Спокойно, мальчик. Давай. Есть, все, доиграли. Все, родненькие, с вас лайки и подписка. Спасибо за просмотр и всем пока.